Приветище! Это Pacific Drive, и мы продолжаем наше дорожное путешествие по апокалипсису, почти как по Чернобылю. Значит, в прошлой серии мы еле-еле выкарабкались и смогли достать свинцовую панельку. Она такая крутая, настолько крутая, что она защищает нас от радиации. Также после прошлой вылазки у меня фарка, тут все, кранты нужно починить, но для этого нужен набор электрика. И я все про него забывал, и вот фара мне напомнила, говорит, давай, набор электрика, он нам пригодится, он же постоянно где-то довстречается, что нужно что-то взломать, а у тебя его нет. И поэтому вот он, набор электрика, до него капец как далеко, и прежде чем его открыть, нам нужно открыть набор лампочек. Да, это запасные лампочки. Прокачиваем. Дайте мне вот эту схемку, я почитаю, что там у нас. Ага. Все, теперь я могу лампочки выкручивать и вкручивать, собственно. Теперь я могу на... О, так мы его прямо сейчас и сможем открыть. Офигеть, не все хватает. Конечно же, открываем. Также я еще хотел одну штуку открыть, вот эту вот вроде бы. Регенератор материи называется. Все, что я туда помещу, будет чиниться, ну то есть все мое оборудование. И чиниться оно будет долго, то есть мне нужно уехать, и когда я приеду, вещи мои починятся. Нужно всего лишь эту штуку теперь разместить. Вот сюда. А куда все делось? Вот, строится. Фига себе, вот это бандурина. Ёлы-палы. Куча динамиков. И вот сюда я теперь могу что-то положить. Ну вот, например, пылесос. Опа-па. Внимание, инкубатор такой не чинит. А если вот, вот это, вот, 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 вот. Инкубатор не чинит. А что ж оно тогда чинит? Извините, секунду, минутку. Расскажите мне, давай отсканим это все дело. Не сканируется даже. Тогда почитаем. Передовые ЛИМ-технологии и спектромеханическая акустика позволяют этой станции чинить помещенное сюда оборудование, пока вы катаетесь по зоне. Так я ж туда толкал, и нифига, оно что-то не собирается чинить. Ничего не вталкивается туда. Что, инкубатор не чинит. А тут как? Что? Чё тебе не нравится? Зря только бабосики потратил. Может быть, фару сюда затолкать? Вот, я фару снял. Сюда ее положу. О! То есть запчасти тачки чинятся. Но фару я заберу. Я же набор электрика сделал. Мне надо с набором электрика тут разобраться. Набор электрика. Вот запасные лампочки у нас есть. Можно, в принципе, сделать так на всякий. И набор электрика. Давай вот парочку сделаем. Берем теперь это все дело в ручки наши. Это что, набор электрики? Что это какая-то батареечка на металлическую какую-то фигню проволокой обмотанной? Так, прежде, может быть, лампочку попробуем поменять. А что-то поможет нам? Нет, это не поможет нам. Тогда набор электрика стопудово. О, как ищите. Вот мы починили нашу лампочку. А вот это, значит, запасное идет к нам сюда. Посмотрим, что еще сшить я могу себе. Заряженные ботиночки создаем. Заряженные плазмой ботинки амортизируют падение с большой высоты. Подбитая парка. Лучше, чем ничего, слегка смягчает удары, может быть улучшено. Столкновение. Плюс 30% к устойчивости. Создаем. Персональная подушка безопасности. Усовершенствованная пара, которая обеспечивает непревзойденную защиту от физического урона. Конечно же, делаем. Кто знает, что в этой зоне нас может поджидать. Ну а теперь возвращаемся к нашей миссии. Найти способ попасть внутрь стены. Это куда нам нужно ехать? Вот сюда. Нам придется через вот эту аномальную зону проехать. Написано, что там вообще экстремальные условия, капец как. А можно как-то по соседству отсюда? О, да, можно, смотри, отсюда и сюда потом переехать. Отлично, значит, едем сюда. Может, музыку врубить? Как-то слишком тихо и спокойно. Че вообще по карте, кстати? О, да тут мало так зданий. Что-то не работает радио. Значит, заедем сюда сперва. Давай, карта, включайся. Туда заедем, потом туда заедем, как бы... Едем! Пока едем. А еще мне нужно найти крепления для тачки. Как мы их можем находить? Вот. Чтобы открыть врата, заряд АРК должен быть мощнее определенного уровня, который зависит от положения врат. Заряжая АРК от якорей, он подскажет, сколько ему еще нужно. Хорошо.
Короче, тут нет укрепления боковых. Хочу найти эти крепления, чтобы можно было сбоку вешать дополнительные ящики вещевые. Ах ты, елки-палки! Капот! Мой капот! Я забыл аномалию эту починить. Ну, придется теперь так ехать. Мы похожи. Какая-то там запись у нас появилась. Так вот. На крышу тоже, чтобы можно было на крыше что-то возить, какие-то вещевые ящики. Оп-оп-оп, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, назад, давай-давай-давай-давай-давай, назад-назад-назад-назад-назад-назад. Успели, фух, чуть в ловушку не попали. Ай-яй-яй-яй-яй, вот так вот я погудю тебе. Засранка какая, хотела нас поймать. Ну-ка, на этой машине есть какое-нибудь крепление? Нет. Все, что мне нужно, эти крепления найти и отсканировать. И все. Также мне в комментариях писали, что я свинцовые панели в прошлый раз видел, но забыл их просканировать. Тупо мимо проехал. Вот как это называется? Лошарик. Просто лошарик. Вот оно, это здание. И там, по-моему, даже плазма есть. О, ништяк. С плазмой это хорошо. Глушим тачку. Потому что... Выходим. Электрического зайца сегодня у нас нету. Что очень плохо. Опаньки. Здравствуйте, ребятки. Туристички тут подбираются ко мне. Что мне нужно? Ага, о! Набор электрика. Где ты, мой родненький? Пошли. Вот ты мне и пригодишься. Вот. Пойдем. Ништяк. И надо бы взять вот эту штуку. То слишком темно. Какие-то звуки подозрительные. Мне они не очень нравятся. Что-нибудь тут распилить можно? Вроде бы ничего. Забираем. Вот. Взамен выброшенный подбираем сигнальный огонек. Какие-то уточки. Ничего интересного вообще. Вообще ничего интересного. Ну как так-то? Я-то думал, это что-нибудь дельное будет. Они... Плазму надо. Тачка выключена, хорошо. Плазму забираем. Что ты там буянишь? Взял с собой пылесос, чтобы мелочевку всягу не париться в ручном темпе не собирать, а просто запылесосил и все. А, фар-то я забыл выключить. Вот я сумасшедший. Я сумасшедший. Фары выключи. Еще и погудел вообще молочек, конечно. Тачка что-то в последнее время плохо стала заводиться. Скорее всего, придется мне карбюратор новый делать. Или инжектор, не знаю, что там будет потом. Все, я думаю, что можно отсюда чесать. Камень въехал. Ну как я так лоханулся с капотом-то? Это вообще просто. Где дорога-то? Я что-то дорогу не вижу. Дорожка. А, вот, точно, вот она. Ну все, теперь по прямой, за якорем. Заряжать свой компьютер. О, прыжок сейчас будет. Прыжочек, давай. Юху. Нормально, тачка вроде даже не повредилась. Жалко не было этого пинка, бонуса аномального. С ним все повеселее. Ну чё на дорогу-то выперлись? Чё, у вас пешеходных дорожек тут нету в лесу? Может, я срезал бы? Да, я могу срезать. Ну, нет, лучше я по дороге поеду. А то вдруг колеса проткнули, чё-чё. Хотя по дороге опаснее ездить, на самом-то деле. Вот тут, смотри, камни летающие. Надо было через лес ехать, короче. Пока все тихо, пока спокойно. Кто-то в лесу там что-то делает, я слышу. Копается. Может, там медведь из берлоги вылез. У тебя есть? Нет крепления боковое или на крышу? По-моему, нет ничего там у него. О, а что там так все светит? О, за плазмой пошел. Выключаем. Фары выключай. Ну что ты делаешь? Выходи из тачки, ёлки. Не трогай меня, молния. Да давай, отбойный молоток. Ерундит что-то у меня. Есть? Ай-яй-яй-яй-яй, больно.
Готово. Пылесосик. Пылесосик где-то там у меня. Как удобно с этим пылесосом. Почему я его раньше с собой на вылазки не брал? Тут... Я деревня, вот серьезно. Тебе тут дают инструменты удобно, а ты им не пользуешься. Показалось, что там что-то есть, но нет. Ни черта там нет. Пойду, схожу вон туда, плазму соберу, а потом за ядром. Потому что после того, как ты подбираешь ядро, вечно какая-то нечестивая ситуация происходит. Опасно. Ой-ой-ой, что это было такое? Подорвалось что-то. А это что? Почта. Почта приехала. Надо сходить на почту. Краска какая-то. Надо в следующий раз машину перекрасить, между прочим. О, золотую краску подобрал, ничего себе. Тырим плазму. Ну вот теперь и якорек можно тоже стыбить. Страшно как! Вы что, сумасшедшие что ли? Я чуть сердце в пятки не уронил. Электричество кругом. Хорошо, что я туда на тачке не подъехал. А, двери чертовы. Ну впихивайся уже, а. Мне тут страшно. Ладно, поехали. Бочка еще посередине появилась, еще вопьяна. Надо ее объехать, вдруг она бомбанет. Значит, дальше едем сюда. Нет, вначале надо вот сюда заездить. В здание. Вдруг там что-нибудь интересненькое будет. Хорошо, что тут спокойно. На этой территории, без всяких там экстремальных условий. О, подожди. Что это за бутылочка валяется у меня? Где-то тут вот была. Что-то можно было запомнить. Во! А ну иди сюда. Химикаты. Это, видимо, от взрыва осталось, когда я плазму собирал. Все, поехали. Едем дальше. Фары надо только... Не забывайте про фары. Все вечно забываю про фары. Наконец-то я их нашел. Крепление, срочно бежим за креплением. Сейчас я их отсканю. Брошенная, ну это название тачки. Можно что-нибудь тут даже отпилить вроде бы как. Грязевые колеса. Бронированная панель, ё-моё. Дай-ка я отсканирую. Не сканируется. Ну что ты будешь делать? Жалко, я ее снять не могу. Вот почему я не могу ее снять? Сердце кровью обливается, пиля вот эту панельку. О, что-то интересное выпало. Красный какой-то камушек. Что это вообще такое было? Вот. Кристалл. А, мы такие кристаллы подбирали еще в прошлые разы. Ребят, ну что вы тут появились-то? Блин, человек страшно да, становится опять. Вот эти мигалки, кстати, с ними можно что-нибудь сделать? Я бы мигалочки на тачку поставил, если честно. Взламываем багажник. Опа, стальной бампер. Пригодилось бы, но я его, скорее всего, сейчас разберу. Ветер какой-то начинается. Это не очень хорошо. Эй! Стой. Бампер мой сдуло. Надо срочно вот это все засасывать, пока тоже не разлетелось. Все, поехали. Поехали навек. Заводи коломагу. По карте. Блин. Ну нет. Давай уходи отсюда. Она прям на меня идет или как? Не совсем понятно, идет она наверх.
Вроде бы как уходит наверх. В любом случае ждать нам нежелательно. Еду туда. Можно, конечно, налево, вот тут на перекрестке свернуть, вот к этому домику съездить. Как бы, почему бы и нет. Пока там эта аномалия шерудит. Может, я там свинец найду. Поехали вот тут свернем. Хотя, подожди. Вон там, вот видишь, контейнера какие-то, и что-то светение, свечение, свечение какое-то. Поехали, подъедем. Может, контейнера? Это похититель там бегает. Похититель. Металлолом ищет, по всей видимости. Даже это ж ты, да? Да. Ага, вон он летает, но в контейнеры не залезть. Поэтому... А, нет, смотри-ка. Зажигаем тогда наш огонек. Что мы тут имеем? Это батарейка на 9 ватт. Ничего отдельного вообще. Зато хотя бы... Ну, аптечка, ладно. Ты чё так близко подобрался? А ну езжай отсюда, езжай, говорю. Вон туда, вон, иди, едь. Тачка выключена. Она на ручнике, он ничего не должен с ней сделать. Вот это я выключу. Всякий пожарный. А, он схватил сигнальный огонь и все, и полетел. О, вот эта штука ушла. Шикарно. Тогда мы едем прямо. Нам потом все равно надо будет налево возвращаться. Вот это вот что у нас? А, это портал. Розовенький, это портал. Но он сейчас не активирован, потому что мы слишком близко к нему подобрались. Ёлки-палки, надо свет включить. А то сейчас... Въехал бы в этих туристов. Что-то я слишком близко к туристу подъехал. Мне кажется, где так. Давай быстрее забираем. О-хо-хо! Жемчужинка! Жемчужинка, это очень классно. Мы ее дома растарабаним, и там что-нибудь будет интересное. Еще и наклеечки какие-то. Еще и красочка. Офигенно. Все, гоним дальше. А, я даже тачку не глушил. О, дела. Обалдуй. Вон там вот красненько. Это что, вот прямо напротив стоим? Это здание там какое-то. Потом спустимся туда. Ого-го, ого, это, по всей видимости, телескоп огроменный. А может быть и не телескоп. Груда точил. Слышу какой-то звук очень неприятный. Аномалия где-то рядышком. Опять медведи где-то в лесу шоркаются. Что мы тут видим? Да, в принципе, ничего интересного. Аномалия полностью ушла. Значит, делаем зачистку дома. А там ворота, получается, правильно? Да, это выезд должен быть. Выезд на другую территорию, но нам туда пока не надо. Какие страшные звуки. Да, еще схватим. Что-то сердцебиение у меня так бьется все. Сердечко мое. Как будто выскочит сейчас. А это что такое? Квадратная какая-то ерундовина. Уху! Паяльная лампа! Это то, что мы могли стырить в прошлый раз. Перед выходом в портал там же упал спутник. И вот в нем была паяльная лампа, по-моему. Но я не смог ее тогда забрать. Мы очень спешили, иначе померли бы. Игрушка-висюлька на зеркальце, пахучка, которая. Все это забираем, аптечечку забираем. А это что у нас? Стальная дверь. Ну, ее мы распилим. С местом, конечно, вообще прям трындец. Вот тут кину. Машинка! Надо поближе подъехать. Здесь же никого нету. Еще бы неплохо аптечку заюзить. А что-то здоровье не к черту.
Так, давай глянем, что тут у нас. Есть что ценное? Кажется, нифига. Все как обычно. И тут даже нифига. О, ящики пропустил. Так, отсюда можно тогда, в принципе, подъехать к грузовичку. Я думаю, объяснять, что такое паяльная лампа, никому не нужно, да? Она, в принципе, тут так и выполняет свои функции. Она не какая-то аномальная, там, супер-пупер. Обычная паяльная лампа, которая может починить какие-то конструкции. Давай мы сейчас ее, кстати, попробуем. Тачку она может починить? Или это про конструкции, которые в зданиях? Вот свинцовая... Нет, свинцовую панель я починить не могу. А шины? Шины чинить. О, шины чинятся! Шины чинятся, слушай. То есть я могу и запчасти починить, и детали какие-то от своей тачки. И чинится причем очень-очень быстро. Классная штука, полезная. И довольно быстро ей все чинится. Оставим здесь. И, в принципе, запаса там уже не так уж и много осталось у нее. Едем к грузовичку. АП. Вот это большое здание, оно на карте у нас отмечено вообще? Нет, слушай, не отмечено. Что странно. А что, в него нельзя забраться, что ли? Там вот наверху какие-то лесенки даже есть. Так. Вот это вот все я забираю. Это тоже. И стальную дверь мы сейчас распилим. Вот и все. Поехали теперь к квантовой высотке. Подъедем, посмотрим, что это такое вообще. Аномалии, как с аномалиями дела обстоят, вроде бы все тихо, все спокойно. Здесь радиация, так что близко сильно не буду подъезжать. Слушай, похоже на часть какой-то конструкции, но... Опа, а это что у нас? А, это ядро, наверное. В общем, в это здание никак не пробраться. Я, походу, там маленькое деревце сбил. Или туриста какого-то, не знаю. Поехали к ядру. Сейчас стырим его. Там не машина случайно, нет? Корень какой-то валяется. Тут еще и плазма. Стоп, 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 стоп. Я вот тут, пожалуй, постою. Ага. Ага. Тачку не глушу, пускай работает. С бензином проблем пока у меня нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Иногда очень тупит отбойный молоток. Кнопку зажимаешь, а он что-то не хочет вручить. Дожаловался на отбойный молоток, он у меня, короче, в итоге сломался. Идем дергать ядро. Валим, 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 валим. Валим, валим, валим. Радиация, что ли? Да, радиация здесь. А я тут бегаю такой спокойненько. Едем дальше. Покажите карту, пожалуйста, куда нам... Наверх надо сгонять еще. Поедем. На удивление, тут появились туристы и больше ничего возле этого якоря. Хотя туристов тут дофига. Очень много. Где еще одно здание? Где-то еще одно здание было... Погоди, это плазму. Вот. Ой, вот эти звуки мне очень не нравятся. Очень не нравятся. Блин, у меня ж отбойного молотка нету. Тачка, давай. Давай назад, назад. Раза. Делаем отбойный. Срочно, быстро. Ударный молоток. Газовый баллон. Блин, газовых баллонов нет. Ёлы-палы. Ладно, придется без плазмы. Нет, 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 тачку мы не трогайте. Она на ручнике, вы все равно не сможете ничего сделать.
Она на ручнике, только не туда, только нет, нет, будет Поехали, поехали, поехали от них. Предупреждение чего-то там. Все. Их три штуки. Вот что эта сирена означала. Все понятно. Короче, в топку. Двери отсюда никак не закрыть мне, да? Никак. Ладно. Поехали. Поехали отсюда. Единственное, знаешь, что я не могу понять, это... Опа, сужение идет. Идет сужение. Твою налево. А как отсюда выехать-то? Здесь нет, тут закрыто, там закрыто. Как проехать? Как проехать? Единственное, я еще в дом не сходил. Вот этот. Ну да пофиг, мне здоровье важнее. Короче, едем вот сюда, к этим домам, посмотрим, что там у нас. Может, свинцовая панель там есть? И если ее там нету, то валим. Получается, в портал. Там ничего не остается. А почему же мне тогда по карте показывали, что я могу тут проехать на ту территорию? На следующую. Какая-то жопа. Во что, блин? Досмотрелся в экран. Вот что значит, когда за рулем не смотри в телефон или в планшет. То что-нибудь едешь. А что он? Цветок, что ли, чинили? А, нет, прям в булыжник въехал. Нас запалили. О, потащи меня, таксуй. Прям в бревно. Ты издеваешься, что ли? Че, не видишь, куда везешь? Ай, зараза. Нормально такое здание. Может, тут есть свинец, кстати. Я подъезжу поближе. Капот мне сломали, крыло, бампер. Еще и фары. Так, стану тут. Стой, подожди, надо на всякий пожарный ручник поставить. Вот. Пошли. Что тут у нас есть? Забираем. Поехали на второй этаж. Плазмы тут нету уже давным-давно. А как подняться-то на второй этаж? А, вот, блин, дуралей, у тебя тут лестница же есть. О, кстати, может быть... Газовый баллон, шестерня в газовый баллон. Отлично, отбойный молоток сейчас могу сделать. Преобразуем сейчас это все дело. Да и не пугай меня так, птичка. Шестерню же я могу сделать, правильно? Шестерня, вот. Есть. Шестеренка у нас есть. Что там по аномалии? Пока нормально. Время есть у нас еще. Пока нормально. Наконец-то я этим преобразателем, конвертером попользуюсь. То есть шестерня в газовый баллон, правильно же? Ты чё, блин? Сделай мне эту. Газовый баллон, конвертер. Чё за фигня-то? Не работает, не фурить. Может, просто побольше надо этих шестеренок. Так, ладно, прыгаю прямо отсюда. У меня же там сапоги крутые. Мне пофиг на высоту. Зону мне покажи. Что там у нас? Ясно. Все так себе. Че, давай вот сюда, наверное. Давай. Либо вот сюда вот еще можем сгонять. Нет. Лучше вот сюда сгоняем. Поехали. Уф! Началась жарешечка. А нам тут в горочку придется. Все заморозило. Я вроде еду, нормально все. Пока все хорошо. Ух, елки-палки. Походу в туристов ехал. Подорвал точилу себе. А, они тут вон на пути стоят, надо фар врубить, чё я, как слепой крот. Еду. Ну, эта вылазка была очень простая. Но непонятно, почему я отсюда не мог проехать на следующую территорию. Прям вообще капец. Ничего, тут спутник никакой не упал случайно? Вроде нет.
Первым делом, что я хочу сделать, так это попытаться исправить свой капот. В чем заключается проблема? В капоте. Вот капот. Он открывается. Я не понимаю, что вот это вот означает. Вот оранжевая секция и синяя. Еще раз, можно тут капот выбрать? Капот открывается. 8 попыток у нас есть, давай пробуем. Неправильно, верно всего 2 из 4. Выбираю автомобиль, что он едет вниз, это я так полагаю, что назад. Потому что едет вверх, это значит вперед. Так, вот капот открывается, давай проверять. Опа-на, уже 3 из 4. Скорее всего, автомобиль едет вниз. Вот тут надо что-то выбрать другое. Вот, едет задом же, блин, написано. Значит, я сейчас выбираю автомобиль, едет задом, потом капот открывается. Диагностируем. Ура! Проблема выявлена успешно. Баланс попыток прежний. Исправление, давайте мне. Значит, чтобы это исправить, нам требуется диагностика. И тут написано, что нужно для починки. Набор механика. У меня, по-моему, даже есть. Попробуем исправить. Исправить парадокс? Да. Доктор Парадокс. Диагностировать и исправить парадокс. Капот открывается, когда автомобиль едет задом. Исправлено. Ура! Я избавился от этого бага. Все. Можно распрощаться с ним раз и навсегда. Так. Что по карте? Карта, покажи мне, пожалуйста, как мне все-таки теперь туда отправить? Вот оно что. После того, как мы изучили Е7 трассу, нам открылось теперь следующее. И теперь я могу вот сюда съездить, не знаю, что это за трасса, но в эту зону я точно не полезу, там жопа. Хотя, возможно, что там что-нибудь интересное есть. Но это будет уже в следующей серии, поэтому если тебе нравится прохождение этой игры, и ты хочешь увидеть больше, то ты знаешь, что нужно делать. Ставить лайк под видео, вот прямо сейчас спускайся, ставь лайк, и подписывайся, чтобы не пропустить следующих интересных роликов, на которых мы с тобой и увидимся. Так что до встречи!